Почему Лариса Гузеева не взлюбила Елену Яковлеву? 58-летняя актриса Елена Яковлева почти 30 лет счастливо живет в браке со своим вторым мужем Валерием Шалиным. Он, как и Елена, актер, правда, не такой популярный. Несмотря на штамп в паспорте, за Яковлевой всегда ходили толпы поклонников, а журналисты приписывали ей романы с коллегами-артистами. Именно это обстоятельство когда-то стало причиной неприязненных отношений между Ларисой Гузеевой и Еленой Яковлевой. Собственно, «Черная кошка» между актрисами пробежала еще в 1989 году, когда Елена получила главную роль в культовом фильме «Интердевочка», сделавшую ее знаменитой. А ведь изначально медсестру Таню Зайцеву должна была играть Лариса Гузеева. Однако из-за скверного характера режиссер отверг ее кандидатуру и пригласил в картину более сговорчивую Яковлеву. Оставшись без роли, Лариса Гузеева затаила на более удачливую соперницу обиду, которая разрослась до огромных размеров после того, как стало известно, что Яковлева закрутила роман с красавцем-актером и экс-любовником Гузеевой Дмитрием Нагиевым. Этого Лариса вытерпеть не могла. Правда, сами любовники уверяют, между ними ничего не было, ведь Дмитрий, как и Елена, в то время состоял в браке. Впрочем, наличие жены не помешало Нагиеву закрутить с Гузеевой роман, о котором долго сплетничали театральная Москва и Петербург.